Привет всем! Я нахожусь в Таиланде, город Аютая. Это город, старая столица Таиланда. Сегодня отмечают в этом городе Национальный день Муайтая. Я приглашен был со стороны президента Всемирной ассоциации тайского бокса. Я неоднократно становился чемпионом Европы и мира тайского бокса по любителям, ну и профессионалам тоже. Иоанн в Загребе, Хорватия, поражение единогласным решением судей. А вот и Генсиоч, солнечное сплетение, апперкот, хорош! Да? Нет? Не встает Бадр Хари, понимая, что статусом, и вот мы пойдем с историей. История, которая... Вот, мне нравится тайский бокс, мне нравится Таиланд. Я каждый год езжу сюда, провожу сборы. Тут хороший климат для тренировок, школа тайского бокса мне нравится. Наконец-то за долгое время Олимпийский комитет дал шанс тайскому боксу проявить себе на показательное выступление на Олимпиаде в 2020 году, которое произойдет в Японии. Я думаю, что тайский бокс пройдет, и в 2014 году официально уже заявят как олимпийский вид спорта. В 2017 году я собираюсь провести 2 или 3 боя. Хочу порадовать своих всех болельщиков, земляков, одноклубников, вот, прославить флаг своего клуба «Ахмат» и, конечно же, свою страну Азербайджан. Всем спасибо за поддержку, всем тем людям, которые меня поддерживают. И спасибо.